Let all mysteries equals to zero, comrades. This is Dumbbots and Mr. Moron. We're continuing on programming, and I did not complete Law and Order because of the ideological issues. Yeah, this is better like that crowd to win. В общем-то, миру мир, товарищи, пусть тайны равняются нулю, и в глупых ботиках, что я скажу, я не завершил миссию с толпой по принципиальным соображениям, потому что я за тело революции и свержения власти полицаев, вот, и тех, кого они защищают. Ну, а с вами, товарищ Атомный, пусть все тайны равняются нулю, и мы сейчас будем от первого лица всех мочить. Здесь есть режим боевика от первого лица. So there is a FPS mode, I want to try that. Survive the attack. Пережить атаку, let's go, погнали. I don't like my look, не нравится как выглядит. And I cannot check the code, я, к сожалению, код не могу посмотреть. But that would be interesting to check that code. Но было бы интересно посмотреть этот код. And you see, we have sniper rifles, we have some grenades. У нас есть немного гранат, shotgun, дробовик. And here we go, и пошли. So yes, that's me, да, это я. Reloading rocket launcher, перезаряжаем ракетницу. More reloads, больше перезарядка. Take the else. Аптечку взяли. What are you doing? А что ты делаешь? Why they are so stupid? Почему они так глупы? What I'm doing, что я делаю? I'm doing something really dumb. Я делаю что-то очень глупое. Окей, killed some dudes. Замочил пару чуваков. 46 seconds left. 46 секунд осталось. Why they are so dumb? Почему они так глупые? Oh! How to use medkits? А как аптечки использовать? Nobody taught me how to do that. Никто меня не учил, как аптечки использовать. Oh, so if they don't see me, they don't attack. Если они меня не видят, они не атакуют. That's really dumb. Это очень глупо. But I don't... With what button I've used the medkit? Какой кнопкой я использовал, блин, аптечку? Only those two going like and attacking me. Только два додумались атаковать меня. So I'm not that smart. I won. Mr. Moron like against Dumbbots 1-0. Oh, there is a big crowd. Здесь большая толпа была, да, ребята? Которая чуть не сожрала меня. Okay, going to next level. Следующий уровень идем. And here goes zombies. Тут у нас зомби. So now I'm with shotgun. Теперь с дробовиком. There is a attacking somebody else. Кто-то там еще у нас атакует. Oh, that's actually we are like battle royale with the shotgun. То у нас battle боевой рояль вместе с дробовиком. And zombies и зомби. That's really cool. Это клево. But we're not programming here. Но мы здесь точно не программируем. Oh no 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 no! Don't kill me. Не атакуй меня. Из медкит аптечку полечились. Use medkits, еще аптечку используем. Okay. Hello there, приветик. Only the champ stands, только чемпион стоит. Hmm. Oh, can I restart? Можно ли заново начать? I like that level, мне этот уровень реально нравится. Okay, can we run? Можно ли бежать? There is zombies, где-то там зомби у нас есть. Окей, хорошо. Reload, перезарядились. Oh, one shoot and I'm dead. Один выстрел, и я уже труп. Hello, зомби. Привет, кстати, зомби. Yeah, I killed him in the back. В спину завалил. That's fun. Это прикольно. That's why I liking this programming game, because it's not really only education. It's really entertaining.
There is few games, educational games, that are more entertaining than the majority of usual games, like the Typing of the Dead and this Dumb Boss. And there is few more. В общем, есть парочку игрушек обучающих, да, которые явно интересней, чем большинство простых игр. Это я говорю, вот, например, за этих глупых ботиков. И еще есть такая игра «Печать мертвецов». Там тоже толбашки просто полные. Поэтому вот это классно. Двигаемся дальше. Going next. Oh, so now that's my task. Теперь моя задача. Taking the shotgun. Берем дробовик. Medkits, аптечки. And let's go. И пошли. Can we have like something? Grenades. Можно ли какие-то гранаты брать? Like now I can do that mission. Теперь я могу эту миссию выполнить. Hello there. Приветик. Why you are crying? Почему ты плачешь? Don't cry, little lady. Не плачь, дорогой малыш. Oh, I shot him in the leg. По-моему, его в ноги завалил. That how it's doing. Вот так вот нужно все делать. Okay, that one dead. Этот мертв. Is he alive? Жив ли он? I doubt it. Я сомневаюсь. Okay, last medkit use. Используем последнюю аптечку. Can I jump? Могу ли я прыгать? Yeah, I can jump. Да, я могу прыгать. Can I crouch? Могу ли я ползать? No, I cannot crouch. А вот ползать не могу. That's a nice shooter, actually. Вообще-то неплохой боевичок можно было бы сделать. Not the most popular, but quite nice. Не самый популярный, но замечательный. Can I take anything here? Могу ли я что-то взять? No, I cannot buy anything. Ничего не могу купить. Oh, hot dog. Сосиску хочу съесть в тесте. That's actually sausage. Сосиска в тесте, это же называется правильно, да? Ну, только с And the hot dog distracted me. Сосиска в тесте меня отвлекла. Вот такая ерунда. Let's start again. Заново начали. Shotgun, medkits, аптечки, дробовик. And I don't have grenades. И гранат у меня нету, к сожалению. Оу, крап, твою ж мать. I need to survive, нужно выжить. I'm not that dumb, я не настолько глуп. As you think, как вы думаете. I'm more smart, я умнее. But they don't know, но они не знают. Okay, that one down, этот готов. This one also, вот этот тоже. Окей, okay, he's dead. Вот этот уже мертвяк. There should be more enemies. Должно быть больше врагов. Okay, that's hostages. Это заложники у нас. I won! Я победил! That's good, это хорошо. With no use of medkits. Аптечек даже не использовал. Because I'm smart genius. Что я умный гений. You see that face, that's definitely smart. Видите это лицо, оно точно умно. And that's definitely representing of me. Это точная копия моего лица. Вот такая вот ерунда. Next, дальше пошли. Okay, so there is something with shells. Там у нас есть со щитами, ребята. Let's see what they're doing. Посмотрим, что у нас делают. Get to the zone. Нам нужно... Okay, so we need to evacuate, actually. Нам здесь нужно эвакуироваться. Oh, I recall that mission. А я помню эту миссию. I recall this mission. Я помню эту миссию. What do we have? А что у нас есть? We have the freaking shotgun, долбанный дробовик. If we don't need that, нам это не нужно. Let's reloading. Давайте перезарядимся. Okay. Why he's alive? А чё он жив? Actually, can tell, now I take shield. Теперь мы щит можем взять. Oh, that's a little bit hurting me. Это немного меня повредило. Restart заново пошли. Am I sure? Готов ли я? Fire there! Пошли туда. That's a rocket bowling. Ракеты. Будем их разбивать все. Where are you going, dude? Куда ты идешь, чувак? Don't
go to me. Не иди ко мне. I don't like you. Ты мне не нравишься. Rocket missed. Мимо ракета пошла. You know, it looks like the rocket launches random. Похоже, ракетница-то весьма случайно летит, да? Woo! Don't come to me, не подходите ко мне. Or I will nuke you, или я сейчас расстреляю вас. Oh. He wanted to me dead. Он хотел меня, чтобы убить меня, да? But he did not knew that I have the rocket launcher. Но он не знал, что у меня есть ракетница. Oh. Okay, the last one standing. Последний остался стоять. Missed rocket, промазал ракеты. And now he's dead. А теперь он мертв. Oh yeah, alright. I'm not stopping dancing. Да, не останавливайся танцевать. I don't have the medkit, у меня нет аптечек. So many bikes, так много крутых мотоциклов. Said I cannot drive them. Жалко, нельзя на них ездить. And I'm here. Я здесь. Next mission. Следующую миссию пошли. Looks like I'm happy. Похож, я рад. Going next. Дальше отправляемся. Go, пошли. Scope, винтовка. So, who we need to kill? А кого нужно убивать? You lose, вы проиграли. Again, еще раз. I want to understand something, что хочу понять. Okay, so there is mad dude. Тут у нас есть безумный чувак. We need to kill him. Нужно его убить. Ah, so they are protecting him. Ага, они его защищают. He's like the star. Он у нас звезда. Интересно. Missed, промазали. Wrong, неправильно. And, and that's hard, это тяжело. We need him to cut on the ear. Нам нужно где-то здесь его достать. I cannot... Oh, yes, да. Directly in his head. Точно в его голову. And did I kill any other... Like dudes, кого-то еще случайно убил? No, нет, only him, только его. Okay, so let's check the code. Давайте код проверим. I want to see the code of those dudes. Хочется проверить код. Or I cannot. Я не могу код. Okay. So enemy inside. Если у нас враг поле зрения, shoot range, enemy ID, его идентификатор нет. Set switch default to on. Какой-то переключатель переключить на включено. Enemy ID 1, look at enemy, смотреть на врага. Close to enemy, близко к врагу. Flee from enemy, убегаем от врага. Default. Go to enemy, идти к врагу. And say I love you, и говорить, что любит тебя. Okay. Interesting, интересно. Like that's too much code, I think. Слишком много кода. That could be made a simpler. Можно было бы попроще сделать. So we have completed the FPS mode. По-моему, мы закончили режим FPS. And looks I'm done what I should. Я сделал все, что нужно было. Let's go to another mode. Перейдем к другому режиму. FPS complete. FPS у нас закончен. So we completed almost all tasks. Почти все задачи закончили. Like there is custom levels. Тут какие-то у нас случайные уровни есть. And there is no, you know, in demo there was levels with cars. And here I don't see any levels with cars. У нас в демке были уровни с машиной, да, где мы гоняем. That's custom, это случайно. So there is no custom levels, никаких случайных уровней нету. Versus, против. Let's check what this versus is. Давайте посмотрим, что у нас вот это против. Have two dumbbells compete against each other. Два бота-дебила сражаются друг против друга. Окей, хорошо. Oh, so... Load script, загружаем скрипт. Loot. Окей. Like this. Ну вот так вот.
Okay, so that's bots with different AI. Это у нас боты с разным ИИ. And who gonna win? И кто сможет победить? On different areas, на разных зонах. Definitely not this dude. Точно не этот чувак. You can propose your own code, so we can like fight with the code viewers and who's code better. Вообще-то, ребят, мы можем здесь, знаете, как бы сражаться ваш код против моего, поэтому вы можете предлагать. И вот таким образом мы будем сравнивать. Okay, you know what, знаете что? Let's restart. Давайте заново начнем. Load code, загружаем код. Loot grant. Вот этот у нас. Okay, ready, готов. And here load growth. И тут deathmatch runs. Вот такие вот у нас чуваки. So start, начали. Why he's doing nothing? А чё он ничего не делает? Ammo is empty. Если у нас патроны, busy reloading. Sniper enemy not unarmed. Attack the enemy. Если враг не бьет. А, because the enemy is unarmed, so he is not attacking my enemy. То есть, поскольку враг у нас-то этот обезоружен, то он не атакует этого самого нашего бойца. Okay, now the fight would go. Вот теперь должен пойти бой. That's this match. Это же у нас this match. So why that's not working? Почему не работает? Go, пошли. He's this much grand. Подожди, у него... Wait a bit. Смотрим. Why? He has the same code. У него тот же самый код. Why he's not attacking? Почему он не атакует? So here we go. Вот так пошли. He's just not doing nothing. Он просто ничего не делает. Enemy inside. Holding loot. No, load. Загружаем. So, deathmatch grants. Вот это мы берем. Short distance from Canada. Okay, ammo is empty. Reload. Any loot left? We don't need loot. Нам не нужно ничего лутать. Go to enemy holding loot, если... why he's not taking any weapons? А чё он не берёт никакие оружия? Where is the weapons? Где у нас? Check weapon health, если у нас оружие. Check weapon health. Проверяем оружие. Unarmed. Get weapon. Берём оружие. Окей, okay, go, пошли. Let's modify. Давайте модифицируем. Where is enemy? Weapon health. Где у нас еще? Weapon health. Or knife. Или нож. Or knife. Или нож. Get weapon. Берем. Оружие. Any enemies left? Остались какие-то враги? Where is those? Где у нас? Any enemies left? Где у нас враги остались? Okay, go to enemy. Идем к врагу. So. That's nice. Это уже лучше. This dude should fire. Этот чувак должен сражаться. Okay, what's going next? Что дальше у нас? He's not shooting. Он что-то не успевает стрелять. What's his code? А какой у него? Enemy inside medium. Attack the enemy. Да, атакует врага. Go to enemy. Идет к врагу. Now he's won. Теперь он победил.
This dude cannot take any other weapon. Этот чувак не может взять никакое другое оружие. Where can we go to a weapon? Можем ли мы идти к оружию? Cover это укрытие. Go to enemy. Go to weapon. Есть ли у нас возможность идти к оружию? Окей, check weapon. Так, проверяем тип оружия. Weapon not a knife. У нас оружие не нож. That's better. Вот это лучше. Red team victory. Let's try one more. Давайте еще раз попробуем. Go, пошли. Why this dude not moving? А чё этот чувак не двигается? Enemy attacking me. Stay with the enemy. Если атакует нас враг. Not a knife. Look at the enemy. Смотреть на врага. Attack enemy. Атакуем врага. Why we are not moving to the enemy? Почему мы не идем к врагу? Go to the enemy. Right now. Вот так вот. Окей. Хорошо. I like improvised a little bit. Немного я симпровизировал. And that's like I think the level predicts how the game would go. Я думаю, уровень определяет, как будет происходить бой. Some crazy chickens, какие-то безумные цыплята. Usually like shotgun is better than SMG. Обычно дробовичок-то получше, чем этот самый пистолет-пулемет. He's reloading all the time. Он все время перезаряжался. That was bad. Это было плохо. Okay, that's type of the game. Вот такая вот игра. Till the next episode, comrades. До следующих эпизодов, товарищи. Only cyber revolution, only victory, comrades. Только киберреволюция, только победа, товарищи.